Шторм Офелия убил 3 человек в Ирландии. Порывы штормового ветра достигают 190 км в час. По меньшей мере 3 человека погибли в результате удара шторма Офелия по Ирландии, сообщает телеканал РТ. 2 человека погибли в результате падения деревьев в графствах Уотерфорд и Типперари. 3-й смертельный случай был зафиксирован в графстве Лаут. На автомобиль, в котором находился мужчина, обрушилось дерево. Около 330 тысяч домов осталось без света из-за повреждений линии электропередачи. Порывы штормового ветра составляют 190 км в час. Тайфун Ханун. В Гонконге объявлено штормовое предупреждение. Напомним, ранее в Ирландии из-за шторма Офелия был объявлен красный наивысший уровень опасности. По материалам сайта news.com.